Ездил я на базар, значит, утренний выезд воскресный на, как, на потрату. Зерно 500, собачья еда 600 там с лишним, там что-то 200. Струбцинки увидал хорошенькие и электрики закупился где-то на полтораху. Так вот, спрашивают, стрим будет? Нет, если сегодня, в принципе, меня никто еще не занял вечером. Это гарантия. То есть, это я к чему? Потому что вчерашний Колым позволил мне купить вот эту вот дорогую лампочку. Она где-то под 400 рублей. Это 15-ваттная светодиодная лампа. Ну, скажем так, это не излишки, но приятности, что будет экономить все такое. Тут розеточки накладные, наборные. Рамки для выключателей. Рамки для розеток. Вот. Вот это бы, и это я себе не позволил, если бы вчера Колыма не было. Если сегодня Колыма не будет, я, конечно, проведем стрим. В чем проблема-то? Я не оправдываюсь, я вам объясняю, почему не было. На эту камеру я снимаю, как раз с GCam. Все больше и больше нравится. Удобно. Раз поплыл, раз взял. Хорошенькая штучка. Сейчас надо зерно подробить частично, хотя бы ведрышко, потому что кончается. Рыбы нет. Рыбы сейчас вот с утра снял снова два карасика. Это очень мало. Докармливать надо. Надо вообще часть оптимизировать. Оптимизировать надо желательно не самых крупных, как вот любят. О, самую большую. Надо самую маленькую. На... Ух ты, ничего себе, какая паутина мощная. Вот она. До сих пор не рвется. Ну, рвалась. Надо в очках поплавать, кстати. Траву поубирать лишнюю. Вот. Не думал, что вот это вот все дело в полторах у меня встанет лишнее. Ну, а струбцинки что-то я одни потерял. 100 рублей, что ли, стоит? Вот такие пироги. Сегодня надо будет по электрике работать.